Доброе всем утро! Сегодня 9 февраля 2023 года. На улице минус 12. На улице вот сейчас интересное такое небо. А вроде как и пасмурно, но есть просветы вот голубого неба. То есть надежда на то, что сегодня распогодится к середине дня. Несмотря на то, что сейчас вот такой мороз сильный, стоять, в принципе, нормально. Ну, конечно, нужно одеться потеплее, но, тем не менее, ветра как такового нет. Пока сейчас штиль. Солнышко уже сегодня встало в 6 часов 57 минут. Зайдет солнышко в 16 часов 43 минуты. Долгота дня сегодня 9 часов 46 минут. Ну, вот смотрите, какие-то остатки снега, замерзшего. Ой, как руки мерзнут, кошмар какой-то. Вот. Вот такая у нас сегодня погода. Мороз жуткий, практически на голую землю. Вот, видите, там, где именно земля. В общем, ничего хорошего нет. Вроде как радует то, что сегодня вот это вот мороз такой вот, минус 12. Завтра уже будет мороз где-то в районе минус 6. Конечно, посмотрим. Но так дают нам синоптики. Такую надежду.